В преддверии сезона отпусков главный авиаперевозчик страны решил позаботиться об удобстве своих клиентов. Отныне можно забыть о многочисленных стыковках на пути в Европу. С завтрашнего дня Air Astana возобновляет полеты из Астаны в Киев. Киев для казахстанских туристов – это окно в Европу. Удобный транзит через столицу Украины в европейские страны до сегодняшнего дня был доступен только для жителей Алматы. Но с этого времени Air Astana возобновляет рейсы «Астана-Киев». Открытие данных рейсов будет способствовать развитию культурных и туристических связей между двумя государствами, которые, вы знаете, и так уже имеют исторические корни. Жители Астаны отныне смогут летать в Киев напрямую, а не через Алматы, что значительно экономит их время. Эта новость радует не только казахстанцев. В преддверии Экспо представители Украины также будут рады посетить международную выставку в Астане прямым рейсом. Также международные пассажиры, прибывающие в столицу в период до 10 сентября, автоматически становятся обладателями билетов на выставку «Энергии будущего». У нас есть официальная делегация, которая приедет 15 и 16 числа, хотя она будет дольше, в принципе, потому что еще подготовка идет, но около сотни людей. А вот что касается гостей Экспо, сейчас у нас занимаются популяризацией вашей выставки посольство Казахстана в Украине, наша торгово-промышленная палата. Прямые рейсы из столицы в Киев будут осуществляться 5 раз в неделю. В понедельник, среду и пятницу в 20:35, а в четверг и субботу с 8 утра. Время перелета составит чуть больше 4 часов. Air Astana увеличит частоту полетов страны ближнего и дальнего зарубежья. И в ближайшее время планируется открытие нового рейса в Индию. Арай Темирханова, Нуркен Токмурзин, Информбюро Астана.